Бюджет Челябинска пополнится на 1 200 000 рублей. Большую часть, 600 миллионов, потратят на ремонт дорог. Также за счет этих средств город купит помещения на первых этажах домов. В них обустроят детские сады. Такое решение сегодня приняли депутаты Гордумы. Кроме того, на заседании парламентарии проголосовали за досрочное прекращение полномочий двух своих коллег. Сергея Новожилова лишили мандата из-за судимости. Уважаемый президиум, уважаемые депутаты приглашенные, одним из оснований досрочного прекращения полномочий депутата представительного органа муниципального образования является вступление в отношении его в законную силу приговора суда. Леонид Лопатин же заявление о сложении полномочий написал по собственному желанию. Выйти из состава Думы ему необходимо, чтобы приступить к работе на новом месте – в администрации Курчатовского района. Формально там он работает уже 3 недели. И специально для него была введена 4-я ставка замглавы района. У нас кворум на сегодняшний день имеется, у нас представлены фактически все районные советы и полномочия для принятия решений сегодня у Челябинской городской думы имеются. Соответственно, такие же полномочия и в районных советах достаточно, чтобы принимать на их уровне свои решения. Кто займет освободившиеся места в городской думе, пока неизвестно. Вопрос о выдвижении новых кандидатов рассмотрят советы Металлургического и Центрального районов. При этом до выборы в районных советах проводить не будут.